Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Именно такой прошел сегодня на Затоне перед дворцом спорта «Олимп». Его посвятили Дню защиты детей. Солнце припекало в полном соответствии с календарем, поэтому ребята и их родители не стали утомлять долгими речами. После награждения отличников ГТО значками сразу перешли к развлечениям. Так, дорогие дети, все сказали дружно «сыр». А теперь сказали все дружно «лето». Нормы ГТО можно было сдать и сегодня, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же играли в шахматы и пляжный волейбол. Рядом установили препятствия для любителей велотриала. Стартовал и краевой турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора Кубани. Ну а самая важная часть праздника – открытие пляжного сезона. В бассейнах купались рядом в реке, но в основном вынуждены участники мастер-класса по рафтингу. Самое главное, мы сейчас активно начинаем осваивать всю пляжную зону, начиная от Олимпа. В этом году мы установим на Олимпе теннисные столы уличные, чтобы горожане, гости города пришли и поиграли в настольный теннис. Да, единственное, что с собой нужно будет захватить шарик и теннисную ракетку. В городском управлении физкультуры и спорта обещают, что такие праздники в период школьных каникул будут проводить регулярно. И не только на Затоне. На улице Красной появятся специальные места для катания на скейтбордах и роликовых коньках. То, что лето будет ясным и жарким, еще не факт, но спортивным оно точно получится.